Навигация 2016 подходит к завершающему туру. В настоящий момент на реках и морях Якутии находится порядка 150 судов. Из плановых объемов на сегодняшний день отгрузили около 95% грузов, в том числе 867 тысяч тонн нефтепродуктов для нужд ЖКХ северных районов. Однако в связи с низкими уровнями верховьях Лены, державшимися практически все лето, есть некоторые задержки по движению судов и возможны изменения по срокам. В том числе, чтобы исключить случаи отстоя кораблей на фарватерах рек. Может, есть плод. Реэкспертный совет будет 25 октября в этом году. И поэтому они разрешили нам до 9 числа морской участок проход судов. Поэтому на сегодняшний день последние суда выгружаются и идут на зимний отстой.